Историческое событие для всех жителей Крыма. Полуостров теперь подключен к единой энергетической системе России. Электричество с материковой части страны стало поступать по первой нитке энергомоста, запущенной значительно раньше срока. Старт ее работе дал Владимир Путин. В течение суток электричество будет распределено по всему Крыму. Таким образом, энергоблокада со стороны Украины фактически прорвана. С подробностями Александр Евстигнеев. Есть контакт. Прежде чем запустить первую очередь энергомоста, Владимир Путин поблагодарил тех, кто его создавал. На торжественный старт пригласили дежурную смену энергетиков-строителей. У нас сегодня важное мероприятие. Мы сегодня начинаем работу по присоединению Крымского полуострова к единой энергосистеме России. Вот люди, которые здесь присутствуют, и за моей спиной, и передо мной, проделали ваши коллективы, и вы лично проделали очень большую работу, связанную с обеспечением, надежным обеспечением Крыма электроэнергией. Свыше 100 километров высоковольтных линий электропередач построено. Сейчас мы запускаем первую цепь. Конечно, там много нового оборудования, которое используется на этом проекте. Поэтому надо, наверное, будет его еще донастраивать, и мы должны предупредить потребителей, граждан, жителей Крыма, что возможно еще кое-какие сбои, но в целом первая цепь должна устойчиво работать. Никаких кнопок, рубильников, короткий телефонный звонок диспетчеру от министра энергетики Александра Новака. Он тоже прилетел в Симферополь включать Крым во всероссийскую сеть. Диспетчер Крымской энергосистемы, доложите о готовности соединения Крымской энергосистемы с единой энергетической системой России. Крымская энергосистема готова к соединению с единой энергосистемой России, готова принимать нагрузку и включать потребителей. 200 мегаватт на первом этапе, еще 200 пойдут с материка по второй нитке энергомоста, примерно к 20 декабря. Итого 400, то есть уже половина того количества электроэнергии, что Крым получал от Украины. Решение о строительстве энергомоста из России было принято еще в 2014 году, поскольку украинские власти неоднократно угрожали обесточить республику. Две недели назад некие украинские активисты взорвали опоры линии электропередачи. Крым погрузился во тьму. Свет давали на 2-3 часа в сутки. Местные генерирующие мощности не справлялись. И это подстегнуло энергетиков. Энергомост и так строили с опережением графика, но сдали еще почти на месяц раньше. Мы что же переживаем? У нас также люди живут в вагонах, также без света находились. То есть мы абсолютно болеем. И жены, дети, все также за нас болеют, переживают. Была поставлена, скорректирована задача. И этот объект были добавлены люди, добавлена техника. И люди более усиленно начали работать. Могу сказать только, в последнее время некоторые именно инженерные службы не уходили с подстанции. Вот просто жили в этом объекте. Что такое энергомост? Это комплекс объектов в Крыму и на материке. Подстанции, линии электропередачи, воздушные и подводные. 14 километров по дну Керченского пролива. Впервые в истории российской энергетики. Кабели протягивает специальное судно. Сейчас электричество в Крым идет с Ростовской АЭС. В 2017 году сюда подведут газ с Кавказа и построят две электростанции. К 2018-му по плану республика будет обеспечена электричеством полностью, с запасом для развития. Владимир Путин подтвердил это в беседе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Сергей Ильич, и поблагодарите еще раз крымчан за их сдержанность, за то, что они верят вам, всем нам. Миш, вам прежде всего. И вам тоже. Готовы терпеть. И я говорю, даже поступают звонки и говорят, ничего нам от них даром не надо, от наших бывших. Мы даром никогда никого, ни от кого ничего не брали, но это будет надежная собственная система генерации, связанная и с основной энергосистемой России, и плюс еще своя собственная. В 2017-2018 году будет больше, чем сегодня получали. Собственная будет больше, чем сегодня получали с Украины. Поэтому мы обеспечим возможность для развития экономики Крыма на достаточно серьезную, как минимум, среднесрочную перспективу. Да будет свет. Первыми электричество с материка получили Керчь и Феодосия. Но энергетики обещают, что в ближайшие сутки ток, полученный через энергомост, распределят по всей территории Крыма. Но практика веерных отключений в республике пока сохраняется, как и режим чрезвычайной ситуации. Александр Евстигнеев, Олег Смольков, Первый канал.